Так, сейчас мы рассмотрим, почему Вич-доктору довольно полезен такой арт, как Даган. Сейчас я вам все продемонстрирую. Быстренько сделаем закуп. Потом купим сапог. Не этот сапог, не этот. В чем взаимосвязь Дагана и скиллов нашего героя? Так. Все, так, смотрим, подготавливаем скиллы. В первую очередь Даган нам нужен для третьего скилла. То есть мы не просто собираем, чтобы убивать Дагана, нет. Здесь гораздо все интереснее. То есть мы практически сможем соло убивать Свена. Соло 25-го левела Свена. Смотрите, Даган у нас 2-го левела. Тем более, если мы его проапаем до 5-го левела, еще будет страшнее. Суть, это вся суть в третьем скилле. Третий скилл наш. Меледикт. Многие не понимают, как он работает. Да, они просто его кидают и все, для прикола. Но суть этого скилла в чем, да? В том, что он повторяет нанесенный ему урон. Вот видите? Зависит от количества здоровья, потерянного с момента наложения проклятия. Вот самое главное, вот именно здесь. То есть, когда вы кинули меледикт, самое главное, чтобы вы моментально отняли максимум здоровья у врага. И этот промежуток, он будет еще несколько раз отниматься. Смотрим разницу. Я сейчас кидаю меледикт и делаю 5 ударов с руки. То же самое потом сделаю с Даганом. Кидаю меледикт. Раз, два, 3, 4, 5. Все. Что повторялся мой урон? Ну, не мой урон повторяется, а количество потерянного здоровья. Смотрите, сколько остается. Босс, сколько остается. Теперь пробуем еще раз. Рефреш. Теперь кидаю меледик сразу. Опа. Раз, 2, 3, 4, 5. То есть мы, да, просто больше отняли здоровья. И смотрите, какой результат. Вы видите, что гораздо больше теряет ХП. Видите, вообще стоит на говне. То есть, по факту, мы спокойно можем убить Свена в соло. Вы понимаете это? Самое главное, конечно же, чтобы рядом стоял какой-нибудь крип. То есть, чтобы банка сработала. Если банка будет прыгать долго, то все будет отлично у нас. Смотрите. Опа. 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 Ну и все, дальше он в любом случае умирает. И тем более, если мы заюзаем еще и ульту. Так быстрее, так все, я успел, хорошо. Но он бы сейчас умер, вы видите, в любом случае бы умер. Тем более, поэтому всегда, когда вы используете меледикт, используйте ульту. То же самое с ультой. То есть, смотрите, когда стоит рядом с другими крипами, да, вражеский герой. Любой герой абсолютно. Те же самые легион командер и так далее. Всех можно соло убить за ВД. То есть, кидаем банку, меледикт вешаем, стреляем. Все, он умирает 100%, там просто колоссально. Видите, да, сколько отнимает здоровья? Пока. Так что Вич-доктору Даган идет отлично. В первую очередь для третьего скилла. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.